Может, хватит злиться? Поставь что-нибудь другое. Мне надо музыку учить. И учила бы. Зачем мы туда едем? Увидишь. Ну дай хоть нормальную музыку поставить. Не ной. Ты меня никогда ни о чем не спрашиваешь. Делаешь, как тебе хочется, и все. Как будто меня нет. Хорошо, ставь. Ставь свою нормальную. Все? Все. Долго еще? Километров 20-30 осталось, не больше. А там еще 50, еще 20. Я не выдержу, я с ума сойду. А что с тобой такое? Боязнь открытого пространства, как у Петра Великого? Потерпи пару дней. Посмотри, какая красота. Посмотри вокруг себя. В Германии такого не будет. Надеюсь. Что так скучно? Да, скучно. Без дела сидеть скучно. А сколько раз ты мне обещал права получить? Спасибо, это не ко мне. Я отношусь к 5% людей, которые тачки вообще водить не могут. А что это у тебя играет? Вообще симпатично. Погромче сделать? Не надо. Лучше выключи совсем. Здесь. Куда теперь? В Кремль? Нет. Сначала пойдем посмотрим, где дед жил. Не отставай. Мощная рюмочка. Вот здесь жил дед. Рюмочка. Прадед твой. Он жил в рюмочной? Рюмочную выстроили на месте нашего дома уже потом. Капустой пахнет, жареной. Комбижире. Вот это не знаешь, что значит комбижир. Может быть, это единственное место, где сейчас так пахнет капустой. Ну да, ехать 200 километров, чтобы понюхать капусту. Это не 200 километров. Мы приехали лет на 20 назад. А как называется эта река? Эта река называется... Ой, я забыла. Забыла. Подожди. Девочки милые, а как река называется? Вот это. Я говорю, речка как называется? Простите, бога ради, а как река называется? Вот это. Испугался, чего? Наверное, по телевизору тебя видел. Ну, так телевизора бы и боялся меня-то чего. Как же она называется-то, а? Ты подумай. Забыла. А ты и не вспомнишь, потому что это река без названия. Не говори глупости. А что, даже у русских художников есть картины без названия. И у писателей. Вон даже у твоего любимого Чехова есть рассказ без названия. Он так и называется. Ага. Ладно, пошли в Кремль. Я никуда не пойду. Ну что? Что такое? Что случилось? Ты как верхний шар. Какой-то там блондин в одном ботинке. Это из-за тебя все. Я просто не выспался и ничего не соображал. Меньше надо пить. Или больше. Знаешь, как сказал Стасов передвижникам, когда ему не понравилась их выставка? Мало пьете, господа. Стасов – это критик, передвижники – это художники, для тех, кто не в курсе. Все, пошли. Пошли в Кремль, никто твоих ботинок там не заметит. Я сказал, никуда не пойду. Или едем в Москву, или иди одна. Я затеяла эту поездку ради тебя. Мне она не нужна, я уже говорил. Хорошо. Когда мы сейчас пойдем в магазин и будем покупать там тебе новую обувь. Идешь или нет? Я это не один. Девушка, есть какой-нибудь другой магазин? Какой-нибудь другой обувной магазин. Там. Где там? Через сколько метров? Через 4 дня по воскресеньям. Обувь на рынок привозит Надир. Кто? Надир. Вы что, Надира не знаете? Вообще-то мы не местные. Оно и видно. Отлично. Давай к Надиру поедем, а Вену не поедем. О, вот это клево. вы дайте берем. Зачем тебе эти колхозные чудовища? Вопрос, знаешь, что главное в любой поездке? Что? Ответ – лук. Репчатый? Да не репчатый, а лук. L-W-K, get it? Вид главное. Я не носил сапоги с 3-го класса. Я не носила банты с 7-го. Что из этого следует? А из этого следует то, что в России для лука я должен выглядеть как русский. В таком случае в России для лука, дорогой мой, ты должен носить китайские кроссовки. Не хочу. Девушка, а вот ватник у вас есть, можно примерить? Девушка, ну хоть вы вот скажите ему, что даже в провинции сейчас не носят резину. Я сейчас милицию вызову. Хулиганят здесь. Я сейчас позовет милицию. Никуда не пойду, мне ватник нужен. Я вот в кино видел черненький, можно ватник, девушка? Дайте ему, милый, ватник. Правдивый, как хлеб, солженицынский ватник. Женщина, женщина! Вы кто? Женщина! Не приставайте, женщина! Вы кому, женщина? Дай сюда. Не хочу позориться с тобой. Мы же с Родиной прощаемся, разве не так? Вот именно. Не нужно устраивать из прощания бразильский маскарад. Я кому сказала? О! Налево пойдешь, куда ты там пропадешь, направо пойдешь, не помню, кто. Куда пойдем? Пойдем повсюду. Нам бы 2 билета. Есть кто-нибудь? Да, именно. А, не знаю. На ваше усмотрение. Вы приезжие? Нет, я здесь родилась. Не была очень давно. Ну тогда можно и без билетов. Купите эту майку. А билеты можно и не покупать. Господи, ужас какой. А сколько она стоит? 500 рублей. Будешь носить такую майку с медведем? Очень страшный. На Бетховена похож. На Бетховена похож. Дайте нам 2 билета, а майку мы у вас в другой раз купим. Другого раза может и не быть. А билеты всегда есть. Ну ничего, мы еще раз приедем. Купим у вас сразу все майки. Дайте-ка нам 2 билета на колокольню. 20 рублей. Их ведь больше не производят. Медведя-то с топором. Если и будет, то какой-нибудь Микки Маус с улыбкой. Селикша. Селикша или Колокша? Правильно я говорю? Ведь так называется река, которая за Кремлем течет. Это Колокша. А Селикши здесь никакой нет. Пойдемте, я вам открою. Вон там наверху колокола, можете разочек позвонить. А Селикши здесь никакой нет. Спасибо вам. Какая красота! Ты посмотри, какая красота! О, Русь моя! Жена моя, до боли нам ясен долгий путь. Я чайка! Дай руку. Смотри, колокол-то весь обитый. Высоковато. Бросали, наверное. Леса здесь вырубили еще до Екатерины. Теперь одни поля. Это из-за плодородных земель. Говорят, что здесь настоящий краснодарский чернозем. И это в средней полосе России. Разве не чудо? Ты уши застудишь. И чё толку от этого чернозема? Была бы моя воля, понастроила бы здесь кемпингов, мотелей, как во Франции. Жил бы на бабки от туристов. Ну, правильно, так и сделаю. Только исчезнет очарование запустения. Шатровая архитектура. Впитывай, впитывай это. Растворись в воздухе Родины, скоро его не будет. Воздух везде один. Ну хорошо. Попробуй в нем раствориться. Ты уши застудишь, а день говорю. Андрюша? Князь Багратион и его время. Экспозиция. Пойдешь смотреть его время? Я, пожалуй, здесь посижу. В своем. Ладно. Только все его не растрать. Бог рати он. Багратион. Еще его время. Ну что, увидимся в Вене? Ты же не любишь оперу. А я посижу на ступеньках, пока ты в ней будешь петь. Извините, нам закрывать надо 2:30 уже. Что закрывать? Музейный комплекс. Мы сегодня до 2:30 работаем. А где Андрюша? Какой Андрюша? Сын. А, он, наверное, к машине пришел. Да-да, наверное, к машине. До свидания. Андрей! Андрей! Подождите, пожалуйста, он, наверное, у вас в Кремле остался. Лида! А мы уже все заперли. Пошел в палаты к Багратиону. Лида! Багратион и его время. Был он у вас, нет? Вроде был. Вы кого имеете в виду? Я про посетителя говорю. Был один. Один за весь день. В сапогах таких, в резиновых. Ну да, в тюбетейке, в сапогах. Нет, тюбетейки не было никакой. Я могла и обознаться. Надо его отпереть. А то что он у вас там голодный сидит? Давай, Лида, давай. Спасибо вам большое. Извините, ради бога. А вы в Москве сколько получаете? Не знаю, я в Москве редко. А мы тут получаем без малого 3. Можно на эти деньги жить? Ну, вы живете как-то. Да, у меня еще и остается. В этом месяце аж 26 рублей. Андрюша! Осталось. Ну, понятно, много ли мне надо? Капуста с грядок, картошка под ногами. Правильно, значит, можно еще и сократить. Можно. У меня в прошлом месяце брата сократили. Уволили. Ага, уволили. Он и не работал никогда. Только он им не дался. И сам кое-кого сократил. Что-то я не понимаю, у вас сети, что ли, нет? А что она так долго? Лида, давай быстрее! Так вот же следы его. Андрей! Андрей! Андрей, мы здесь! Андрюша! Женщина, Андрей! Так нельзя! Что вы делаете? Ключом. Здесь никого нет. Ну, слушайте, ну что вы так волнуетесь, а? Ну вот опять же про брата. Женщина, осторожней! Про брата. Мы его как-то в детстве потеряли. Весь город обыскали, а потом случайно зашли в столовку, он сидит, праздит и лопает котлеты, а? Ну как, ну? Он не ест котлеты. Он знает, что надо искать там, где нет котлет. Так, гаси свет. Ну что сегодня работало? Колокольный раз? Угу. Ну вы спустились, я за вами закрыла. Багратионово время, но тут только манекен. Храна профилактики! Но, следовательно, что остается? Монашеская келья. Дикий. Ну что там? Нам музей уже закрывать надо, 3 часа уже. Может, он поесть пошел? Может. Может, а где у вас? Я же вам говорила, рюмочная. Есть еще дорогой ресторан в городе, но он далековато отсюда. В резиновых сапогах. Так, работаем. Андрюша! Люся! Люся! Люсь! Я не Люся. Пардон, мадам. Опоздался. Ну и кто это такая? Это меня Павла Малышева по кличке Люся, не боится. Сначала полы мыла в нашей больнице. В хоре пела, прятала краденое, бродяжничала. В общем, много что на ней было. Что-то на бродяжку она не похожа. Ну, значит, прибарахлилась. У меня срок должен был закончиться 1,5 года назад. А за 2 года многое что могло измениться. Вышла замуж, завела детей. Может быть. Но только не верю. Понимаешь? Не верю. Не такой лишь человек, чтобы как карастиями питаться. Значит, в город вернулась. Ну, теперь дела закрутит. Только держись. Исчезни. Еще будешь? Не, я все гину. А может, и обознался. Мне человек пропал, мой сын. Ваши документики. А вы кто, милиция? Милиции сейчас нету, я за нее. Так. А вы по телевизору не выступали? Выступала. Понятненько. А Басков много получает? Ты что? Что, издеваетесь, что ли, надо мной? У меня человек пропал. Понимаете, у меня сын пропал. Вы не кричите. Это я так просто сказал, к слову. Да я тоже к слову. Вы мне сейчас, если не поможете, я разнесу тут вам все. А здесь нечего разносить. Вон решетка, камень да сейф с печатями. Разносите. С гастролями сюда приехали или просто? Просто. С какими целями? С ностальгическими целями. Ладненько. Так, что у вас? Мальчик, сын мой, пропал куда-то. Это я. Тут одна артистка из Москвы. С ностальгическими целями. У нее мальчик пропал. Да. А сколько лет мальчику? 20 лет. 21-й пошел. 3-й десяток. Слушайте. А давно пропал? Знаете что, дайте ко мне сюда телефон. Алло. Значит так, послушайте меня сейчас очень внимательно. Я заслуженная артистка РФ. Я известный в стране и в мире человек. У меня в Москве масса знакомых. И в том числе ваше начальство. Вы хотите неприятностей? Значит, не... Алло. Там что-то разъединилось. Извините меня опять. По закону должно пройти 3 суток с момента пропажи. Тогда мы сможем принять заявление. Что мне теперь делать? Ждать, наверное. Ждать? Чего ждать? А он, наверное, в Москву уехал. Вы в Москву-то звонили? Надежда Олеговна! Алло, это Люба! Люба! Да! Надежда Олеговна, будьте добры, позвоните, пожалуйста, сейчас в мою квартиру. Да. Больше никого не было? Нет, больше никого. Да, посмотрите, там ли Андрюша? Ну все, сынок, свободен. Нет, если он... Иди домой. Если он там... А ты когда? Скажите ему, пожалуйста, что я сейчас... Утром? Выезжаю из Юрьева. Отдежурю и нет, приду. Нет, нет, я не нет, скажи матери, задержусь. Там заехать надо. Спасибо огромное, я подожду. Нет, я подожду, спасибо. Нету никого. Я поняла. Спасибо. Спасибо. Соседка звонила в мою квартиру. Там никого нет. Осталось всего лишь 2 дня. Прошедшие полдня засчитываются как целый день. До свидания. До свидания. Послезавтра примем ваше заявление. Ну, если, конечно, не найдется. А где у вас здесь можно переночевать? Так в КПЗ. Там пока свободно. М? А может, загулял парень-то? Любовницы звонили? Господи, да нет у него никакой любовницы. Да ладно. И че они сюда едут? Кого удивить-то хотят? У нас забыли, ватник свой. Ночь-то морозная, непокрытый нельзя. Нашелся? Ну, а если он телефон потерял, уронил он в Колокшу? Тогда как? Нечего здесь сидеть. Пойдемте ко мне. Простудитесь. Пирожки. Нет, спасибо. Вы меня извините, в горло ничего не лезет. Мам, наоборот, сейчас есть нужно. Нервы чаем укреплять. Да чего тут укреплять, если с Андрюшей что-нибудь случилось? Он не мог мне позвонить. Во-первых, ничего не случилось. А во-вторых, человек ко всему привыкает. Чайку попейте. Заварка свежая, утренняя. Ну вот. Я же говорю. Я, их бенес. Я verstehe. Я. Aber, entschuldigen Sie bitte, es gibt große Probleme. Ja, ich kann jetzt nicht reden. Und rufe Sie später zurück. Ja. Ja. Tschüss, tschüss. Да, это импресарио из Цюриха. У нас случай был в Симе. Где? В Симе. Город такой, с Васьковым. Знаете Васькова? Нет. Он женился на Сашке Труниной. Сашку Трунину знаете? Не знаю. Ну, у нас-то их все знают. Пара была отборная. Оба молодые, статные, высокие. Прожили они год. Душа в душу. Ну, правда, Гришка подворовал. Но речь не в этом. Чайку попить. Давайте-ка. Он по весне огород пошел копать. Господи, да не огород, а погреб. И раз, лопата во что-то уперлась, а потом раз и сломалась. Ну, Гришка думает, клад, и начал рыть руками. Роет он, роет, а там снаряды. И лежат они один к одному, как орешки. Боевые снаряды оказались. Саперов вызывали. Потом взорвали за городом. Так вот, что оказалось. Гришка с Сашкой целый год на этих снарядах жили. Ребеночка сделали. Сашка курсы окончила. Медовый месяц затянулся на год. Варите-то, поешьте. Ну-ну, что дальше? А, что дальше? Дальше все и началось. Брак-то распался, как снаряды вывезли. Гришка, ясное дело, запил. Сашка в Кольчугине работу нашла. И тут же ее лишилась. Ничего, если белье будет чистое, но не глаженное. Вот. А когда она ребеночка родила, Гришки уже и в помине не было. С лярвой какой-то связался и в Суздаль уехал, а потом в Ковров. До сих пор ищут с элементами, но найти не мог. И что из этого следует? А следует из этого, что на снарядах жить счастливее, чем без них. Тайга! Тихо, не двигайтесь. Готовились, Тайга! Тайга! Когда будет? Колька, мой твою. Тайга, как мы видим, Тайга! У вас дым в трубу идет, милый, он же дым увидит. Ирина, господи, что это? Что это? От бабушки досталось на лебяжьем пуху. Да я за дверь не выйдешь. Двери хорошие, петли недавно. Ой. Таня, Тань, вас Таня зовут? Ну, Таня, а вас как? Люба, Тань, давайте я милицию вызову, а? Ну что, ее спасали? Ну и хорошо. Как хорошо? Живого человека в тюрьму сажают? Что Бог даст, Люба, то и будет. Все. Спокойной ночи. Понятно. Снаряды. Какие снаряды? А, ну да, снаряды. Спокойной ночи. Алло, да, да, Андрюша! Позвони, Христа ради, позвони. Люба, ты проснулась? Да, заходите. Люба, что там, где ваш Колька? Колька? Ну, неизвестно, где он. Ну, стучал он до часу ночи, а потом прекратил и ушел себе. А что ему надо было? Надо? Ну, за деньгами приходил. А где их возьму-то? За неделю до получки. Люба. Что? Люб, я вам сказать хотела, вы только не волнуйтесь. Говорите. Люба, не волнуйтесь, говорю. Там, на берегу реки. все, вот тут я. На шатырь, принеси на шатырь. Кто-нибудь, принесите что-нибудь подстелить, не на снегу же она будет. Мужики! Можете говорить? Вам его получше рассмотреть, а то вдруг ошибка. Андрюша. Андрюша? А почему тогда написано Валек? Ковер, да. Где написано? На груди татуировка. Валек. Там. Сейчас покажу. Сейчас. Ковер отдай! Отдай ковер! Смотри. Валек 1970. Он? Отдай ковер! Здесь не он. Ковер отдай! Отдай ковер! Почем знать? Я тебе сказал, не ори. Так, а может у него был друг, Валек, с которым познакомился в 70-м году? Может быть. Только мой сын в 70-м году еще не родился. О, как загадка. Надо бы вам его повнимательнее посмотреть. Хотя, может быть, да нашатырный спирт, ну. Сынок, кто это? В 70-х годах, мать, родился совсем не он. То есть не этот, не утопленник. А тот сам Валек, неизвестный нам. А зачем тогда год рождения на груди чужого человека? Ну, значит, был Дорог, или он, или год его рождения. Чушь, вы несете чушь. Да, в конце концов, может быть, это не год рождения. А просто комбинация цифр неизвестным для нас смыслом. Шифр. Слушайте, это вообще не мой сын. Да? Да, смотреть надо. То есть как будто бы, то есть не до конца. Может, одежду посмотрим? Похоже на него, не могу. Да. Когда пропал ваш мальчик? Вчера днем. Значит, прошло менее суток со вчерашнего вечера. А состояние трупа говорит о том, что наш Валек попал под лед еще до заморозка. Вообще меня другое интересует. Откуда у него на ляжке речной рак? У нас в Колокше раков не было лет 30. Ну, значит, труп был привезен из другой реки. Да. А к нам в Колокшу подброшен, чтобы мы думали, что он утонул здесь. А утоп он совсем в другом месте. Там, где раки водятся. Вы где остановились? А где у нас теперь раки водятся? Ну, шатырь. Андрюш, ну что ты? У Тани, у вашей кассирши из музея. Знаю. Света! Найдем! Новый человек, новые проблемы. Света! Это ты Валька имеешь в виду? Нет, не Валька. Валек уже не человек. И писать его надо с маленькой буквы. Да? Да. Ну ладно, так и запишем. Вась, Петушков, ну давай, чего? А тут что делать? Ребята, грузим, Вова. Грузим, тряпочкой накрываем. Давай, скорее, Вовенька, давай. Там в шкафу, что в буфете, кабры. Давай. Там, где серый волк. Давай. Серый волк. Сейчас. Капля. За серым волком. Сволочь еще и брат. Я все вижу. Нашла, что ли? Вот это, что ли, капля? Да, да. Сашка Трувин сама сделала. От всех болезней помогает. Так она своего Гришку испоила. Гришку испоишь. Лосю нельзя спаить. Ой, его море надо. Стопочку. 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 Давай. Ой. Ой. Здоровается она. Люба, сходи к девчонкам в музей. Скажи, чтоб меня не ждали сегодня. Хочешь, я за тебя подержую? Это деньги считать умеешь. Ну, я тоже. Там правды считать нечего. Люб, ты главное не билеты продавай, а майки. Одну майку продашь. Вот тебе и выручка. Ну, тогда я пошла. Какие майки. Какие билеты. Здоровится, я знаю. Вы лицо не материально ответственное, так не положено. Сами разбирайтесь, кто материально, а кто духовно ответственный за все это. Нет, так не положено, потом от вас самогонкой пахнет. Так. Медведя купите? Красивый, с топором, на Бетховена похож. Я сейчас на милицию схожу. Вы открывали дверь колокольни! Что вы так кричите? Не открывайте. Ключи-то у вас! Вот, на этой связке! Я не знаю. Странно. Странно. Очень странно. закатал. Ну и что теперь? Что теперь? Подцепи на лопату. Берись, что? Ваш телефон-то. Все починишь. Изоляции замотайте, все дела. Изоляция есть у тебя? Нету. Где теперь хорошую изоляцию ты найдешь? Что она в этот самогон? Я тебе сказать забыла. Сашка, она димедрол кладет. Это для того, чтобы голова не болела. И похмелья никакого не было. Еще хуже болит. Ха, это потому, что ты только пригубила. Тут надо лафитничка 3 выпить, и все как рукой снимет. Ну, давай, давай. Ну. Точно? Проверено, мин нет. Опа! Ну чё, нашелся? А чё ты не плачешь? Не плачется. Найдется еще. Будем здоровы. А я рада. Одно это мне неприятно. Тут ты взялась, артистка. Любой обрадуется. Тебе, конечно, с нами не интересно. Тебе артиста подавай. Есть у тебя артиста? Нет артиста. Муж умер 15 лет назад. Счастливая. Повезло тебе. Ой, ну я в том смысле, что у меня никакого мужа не было. Ни артиста, ни вообще-то еще хуже. Так как сказать? Мужа нет и не надо. Когда теряешь, то больно нестерпимо. Как ты терпела? Кто-то на стороне был? Был. Балетмейстер. Я его бросила. А чего? Графики не совпадали. Гастроли виделись редко. Слушай, слушай, а правда говорят, что балетные? Ну, сама знаешь, ну все балетные. Что? Что? Ну, когда мужик с мужиком, что? Врут не все. Многие? Ну, бывает, наверное. Вот. И у нас бывает. Ой, иногда. А сама-то ты тоже? По балету? Я по вокальной части. Ха-ха-ха! По вокальной. Ну тогда я наливаю. Где твоя? О! А выпьем мы с тобой, подруга. Знаешь, за что? За то, чтобы все бабы были при мужиках, и чтобы никакого балета ни в семейной, ни в личной жизни. Будем. Ну, что там у тебя с вокальной частью? никогда не уронила. Прости. Это ты пела? Радио говорю. Говорила радио. Васильев Андрей Дмитриевич, рост 173 сантиметра, вес 58 килограмм, 1987 года рождения, образование неоконченное высшее, студент московского, приехал. Смотрите, все правильно. Может, какие-то особые приметы были? Я не слышу ответа. Горло болит? Пейте нарзан или горячее молоко. Пробовали? Паспорт дайте. Любовь Павловна. Так. Ага. Прописка. Так вас, наверное, Люсей звали. Так звали или нет, а? Ну, это вряд ли. У нас ведь тоже здесь Европа. А знаю здесь Люсю, а не Любу. Ну что, купили у вас медведя? Ладно, 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 не горячись, не горячись. Люся. Это потому, что приходить на рабочее место в нетрезвом состоянии опасно. Да? А почему же ключи от колокольни у вас? Если вы не отсюда, а? И сидите вы за кассой. И никто вас не гонит. Оп. Ну, повторяю, для тех, у кого в ухе банан. Читаю еще раз. Васильев Андрей Дмитриевич. Рост 173 сантиметра, вес 58 килограмм, 1980. Имя? Вам настоящее? Или для людей? О. Просто у первобытных племен Полинезии было принято называться двумя именами. Одно имя было настоящее, которое хранилось глубоко в тайне, а другое имя для людей. Ну, это вроде как артистический псевдоним. Вот его можно было трепать на каждом углу. Только в лиду. Так вот, практика псевдонимов пришла к нам из Полинезии, да? Ну, например, партийные клички или воровские. Это чтобы судьбу запутать и Бога задурить. Это уже философия, вам не понять. Так что дело в шляпе, Марья Ивановна. Пошли отсюда. Вообще-то я серый. Это для людей. А по-настоящему я Сергеев. Будем знакомы, ладно? Хорошо у нас, правда? А мне не нравится. Уезжайте отсюда поскорее. Тихо. Как будто дышит кто-то. Или кажется? Отопление бурлит. Отопление? Что такое? Потому что Россия. Значит, факт отопления недостоверен. Ну, что есть достоверного в этом мире? Хотя это уже философия. У нас отопление отключили в прошлом году из-за неуплаты. А когда из управы деньги пришли, включить забыли. Тихо. Не мешайте следственным действиям. Тихо. Будем рассуждать логически. В Бальке вы пропавшего не опознали, ведь так? В городском морге за последние сутки новых поступлений не было. Логический вывод я предоставляю делать вам. Можно автограф? А, ну ладно. Логически вы должны быть в Вене. А я должен быть в Муроме, а не с вами. У меня предполагался отпуск с сегодняшнего дня. У меня сын пропал. Сын. Понимаете? О, уже лучше. Есть еще порох, пороховницк. Тихо, я сказал, тихо. Я же цвет забыла. А я думаю, у меня уши заложенные. Ладно, давайте рассуждать философски. Диалектика Гегеля. Тезис, антитезис, синтез. Тезис. Жил-был человек. Антитезис. Растворился, словно не был. Синтез. Он жив. Просто для наших глаз он как бы не заметен. Просто надо искать место, где он может спрятаться. Алло. Алло, это приемная настоятеля? Это Сергеев из РОВД. Да. Я могу поговорить с отцом Арсением? Ну да. Важно, очень важно. Не люблю я вообще-то попов. Поп должен быть при свечке, Они все власти хотят. Алло. Алло, это Сергеев. Вы извините, что я вас отрываю от важных дел. У нас тут человек пропал. Ну да. Да, из Москвы. Молодой. Я в порядке бреда. Хочу спросить, что там у нас с новыми послушниками, а? Да нет, это я так, из области фантастики. Есть? Ага. А посмотреть на него можно? А? Тогда сейчас будем. В качестве бреда все сходится. Андрей Васильев из Москвы поступил в монастырь позавчера. Я не знаю, как у них там называется, послушником или насельником. Да тут пешком 5 минут ходьбы. Ну, все. Едь. Прямо и направо. Не люблю это. Не люблю. Ломает меня в церкви. Крутит. Только ради вас. Мешать. Васильев, Андрей Дмитриевич. Ну, что я говорю? Конец света, антитезис, синтез. А ты, парень, молодец. А в монастыре? Разве можно так людей нервировать, а? Проходной двор. Зачем все это надо было тайком делать? Что это? Иди с Богом. На тебя близкие люди, что горят. Шляпок безобразие. Как, если не тайком? Малосыльные не приходят под вспышкой софитов. Да ладно? Я тебе не судья. В общем, давайте обнимайтесь, целуйтесь. Я пойду на улицу покурю. С кем обнимайтесь? Да с ней, с матерью своей. Она мне не мать. Что? Что ты плетешь, умник? Не Андрей. Почему не Андрей? Тебя что, не Андреем зовут? Андреем. Васильев. Нет, Васильчиков. Какой к черту Васильчиков? А ну-ка вон отсюда. Я прошу пардона. Ну немедленно вон отсюда. Пардон, ошибочка вышла. С кем не бывает. Извините. Ходите. Мелкая техническая накладка. Ну главное, мне в росту примерно 1,73 м. Обувь 42-го размера. И что, не он? Это не он. Сатана. А имя? Первая часть фамилии, все сходится. Да он же это, я тебе говорю, он! Я что, похож на сумасшедшего? Похоже, похоже. Уходим, уходим. Ну, как Бог рассудил, направил мне один его приятель из Москвы. Парень говорит, с чудинкой, лампочки тебе хватит? Да лампочек хватит. Вот, образованный, а владыка наш образованных не очень любит. В деле верообразования скорее мешает. Да, я! Да! Да, саднику не больше 140 метров. Богу благослови. Да! Паркетные доски уже купили, сегодня нужно привезти. Сегодня, да. Осталось Остался линолеум, кирпич, так, плитка и печка для бани. Да. Все. Извините. Так, на чем мы остановились сами? Да. Вы говорили о деле веры и образования. Да, вот восстанавливаем монастырь, а насильников не хватает. Что? Ну что, не знаю, что? Ну как там Москва? Процветает. Процветает. Вы знаете, что такое сайдинг? Это такое покрытие для стен. Сейчас в богатых дамах так делают. Дом выглядит как игрушечка, и дерево не гниет. А это хорошо? Ну, да. Мне тут посоветовали, говорит, купи сайдинга для домика настоятеля. Я и согласился. Хотя мне больше по душе наша вагонка. Ну, вагонка. Если особенно пенотексом покрыть. Пенотекс. На пенотекс уже не хватает. Я хотел сэкономить наши ярославские покрытия. Ярославское ни в коем случае. Но это же дерьмо. Что, пробовал, что ли? Я не пробовал, Дим не пробовал. У меня же собственного дома нет. Я в общаге живу. Люди говорили. Значит, правильно я решился на сайте. Да, конечно, правильно. Чё, я правильно? Что вас хотел попросить? Вы бы не могли спеть у нас в Михайловском храме? Знаете, у нас не хватает певчих, а вот такая известная певица. Все бы начальство пришло. Не в голосе она, не в голосе. Скажите. Да это на вас играет, на вас! Да, я. Что? Сайтинга нет? Так езжайте тогда в Кольчукина. А если там нет, тогда в Александров. Да. Бензин я оплачу. Все. Так, о чем мы говорили? О вере. Тихо. Горло берегите. Об сайдинге говорили. Нет сайдинга. Ты веру в свою загубишь душу с этим ремонтом. А можно там потише, пожалуйста? Все, уходим. Так, сколько до Александрова километров? До Кольчугина 30, и там еще 50. Всего 80 получается. Поел-то не на буханке. Так, буханка есть на 80-м. Сколько 80 сейчас стоит? Не знаю, рублей 16-17. Так, буханка тратит 20 литров на 100 километров. Так, ну пускай 40 в оба конца. Значит, 40 умножаем на 17, получаем... Так, получаем 6. Ну, мы пошли. 9. Спасибо за участие. С Богом. Участие? Ты че? Сожалею, что мальчишка оказался не ваш. Не наш. Боюсь, что не наш. Россия в мыслях и действиях. Красиво. Приехал сюда в разных ботинках. А разве это дело ходить в разных ботинках? Это монах в разных ботинках. Это чучело огородное, а не монах. Так, третий. Да. Вот они, клерикалы. То ремонт, то уборка. О душе подумать, когда. А чей? Моей, например. А вашей? У вас разве есть душа? У меня? У меня нет. А у вас? А у меня было. Раньше, теперь пропало. Я на автостанцию отгоню. Там гаишники сидят. Ее никто не тронет. Ботинки. Что? Разные ботинки. подожгли. Кто-нибудь? Я Сергеева знаю. Нету никаких. Пусто. Нигде же ваши никакие. На совещании, сударь. Совещание? Мне колеса сперли. Они там языком гневлют. И я говорю, ходят тут, свинячут, плюются, милиция ссорят, понимаешь ли. А ты убирайся за них. Да вы-то, небось, не ходите, не свинячите. Да? Идите, не мешайте! Нет, никого, уберите! Все! Ходят, зашлялись, не успеешь убраться. Опять прутся, все им кого-то надо. Какого-то Зайцева, Смирнова, Поросенкова. Да. Я. Люба. Сейчас. Буду, сказал. Запаска есть? Запаски нет. Ладно. Машина шею. Ну что, уже переобулся, надет? Да, гражданин начальник. Как вас смотри, в чем хожу? Я не ноги, я машину имею. Резину, что ли, зимнюю? Да, ее роднему. Да я еще не успел. Времени не было. Роздам. Да? Так скоро время у тебя появится. Вот в тюрягу сядешь. А за что, гражданин начальник? За все твои добрые дела. Я сяду, а кто город обует? Да ты и так уже всех обул по полной программе. Начальник, зачем ты говоришь? Ну, послушай, посмотри, какой я выпущу. Возьми, выбери, смотри. Италия, чистая кожа, вчера привез. Он посмотри. Тоже? Конечно. Выбирай. Такую скидку дам. Не пожалеешь, бери. Бери, гражданин начальник. Засунь себе в одно место, ясно? Зачем такие бедные слова говоришь? Ну, гражданин начальник, давай с тобой встретимся вечером. Давай, встретимся вечером, сходим в ресторане, посидим, поразговариваем с тобой. Выпьем. Ну давай, ну что ты? Мне все ясно с тобой. Ну что понял? Ты мне? Пойдем. Ну что ты, эй, гражданин начальник. Пошли. Давай. А собаку мою. Да, далеко. Марья Ивановна. Бежи. Твоя машина дело рук Надира. Он давно по колесам работает. Арестовал? А как я его арестую? У меня улик нет. Нет, улик. И все. Что я могу сделать? Слушай, знаешь, на чем заниматься этой мелкоголовщиной? Узнай мне все про этого Андрея. Послушника? Ну да, кто он, какая семья и кем была его мать? А зачем? Может быть, что его мать — это я. О-о-о. По-моему, нам надо отдохнуть. Поехать на море, нервишки подлечить, минералочки попить. Нет, я никуда отсюда не уеду. Я буду здесь ждать, Андрюша. Но ты же говорила, что он уже нашелся. Ты же сама говорила. Разве с тобой такого никогда не бывало? Когда смотришь на чужого, вроде бы незнакомого тебе человека, и понимаешь, что ты его давно знал, чувствовал, любил. Тебе такое незнакомо? Знакомо. Знакомо. С тобой. Ой, кончай шутки шутить, Серый. Завязывай. Я тут записал всех новых людей, которые появились у нас в городе. Естественно, те, которые зарегистрированы. Всего их оказалось 4 человека. Ухаротов, Мамедов, Назаров, Васильков. Кто? Андрей Дмитриевич Васильков. 23 года, по кличке Мелкий осужден за разбойное с отягчающими. Подожди, Васильков. Так может быть Васильев? Может быть. Но у меня записано Васильков. Ну да, а имя и отчество-то сходятся. Не может быть ошибки с фамилией? Может. Но второй срок уже ошибка. А первый за что? Первый сейчас посмотрим. Тоже за разбойные с отягчающими. Что за отягчающие? А черт его знает. Лапу кому-то не дал, вот и отяготили. Где он сейчас, в тюрьме? Хуже. В палате. Для туберкулезников, для зэков. Почему хуже? Да потому что это гадюшник. Это вообще мрак. Ну, пошли. Грязно как. Грязно. А я тут одна, убирать некому, лекарств нет. Операции тут же вы делаете. Операции во Владимир возим. Раньше Иван Петрович оперировал. Теперь у него руки дрожат. Отличный вариант. Встал! Ну вот как. С Димитролом. Саша Трунина, святая женщина. Рубим. Не, свет не врубим. Лампочки сгорели после пожара. Пожар когда был-то? Когда? Привет, Петрович. Мы к твоему контингенту. Сейчас следственные действия производить будем. А начальство в курсе? А то! Пожелал нам 8 футов под килем. Пошел! Давай, давай, открывай быстрее, дядя. Платочек. Платочком рот прикройте женщину, чтобы не заразиться. Ну, дядя. Побед, бурда! Вот там бурба! Сейчас что, 37-й год, что ли? 38-й, 39-й! Я вам вообще устрою здесь сталинскую пятилетку, если сейчас же не заткнетесь! Заткнулись? Я сам по утрам пустой кипяток хлебаю. И живу в общаге. Не лучше собаки. Однако на людей не гавкаю. Из клыка у меня ни капли! Васильев! Среди вас есть Васильев? Андрей Дмитриевич. Я? Ты что ли? Этот мелкий? Я. Я и есть. Только фамилия моя Васильков, а не Васильев. Вещи забирай. Свободно. Шутка. С тобой корреспондентша из Москвы хочет поговорить. Да? И что, его по телеку еще покажут? Покажут. Передача «Человек и закон». Давай, давай, начинай быстрее. Это не он совсем. А какой вам нужен? Мне сын нужен. Я тоже сын. Не мой. У меня сын пропал. Ты, скажи, мы только раз хуйло меня. Думаю, что говори. Я тебя, знаешь, блядь, утопил бы, нахуй, разорваю. Заткнись, я сказал. Заткнись. И не вякай. Извини, погорячился. Тетя. Извини. Тетя. А ты усынови меня, тетя. Я хороший. Для тебя тетя, тетя Мотя. А это Любовь Павловна. Отойди от нее, в лицо не дыши. Подождите, я хочу вас спросить. Вы как сюда попали? Отец меня посадил. Капитан дальнего плавания. Сын капитана дальнего плавания? Вот, вот, мелкий, вот и расскажи, дамочки, как все случилось. Расскажи, расскажи. Давай, рассказывай. Ну, давай, ведь короче, ходил Батяня в порт Нагасаки. Часто ходил и надолго. И была там у него давай, Любовь. Одна девушка. Красавица. Сил нет. Губы алые, как мафия. Татуированная вся. А грудь какая у нее была грудь? Не знаю, какая грудь, я сам не видел. Короче, а она возглавляла сеть наркодилеров. И через отца переправляла всякую дурь в Москву. Ну там, кокаин, гашиш, сами знаете. Капитан дальнего плавания. Борт неукротимый из порта Новороссийск. Китель весь в орденах. Заработать хотел, старый хрен. Весь в орденах. А хлеб с маслом хочется, хочется. Хочется, ну. Хочется, пусть каждый день и желательно одно мясо. Три раза хотя бы. Нечего травить дрянью русскую молодежь. Мы народ Ивана Сусанина и князя Багратиона. Блядь, мы великий всемирный народ. Америкосы всякие должны нам подошвы лизать, а ты нас травишь. Будешь нас травить, я на тебя напишу. На Лубянку заявление подам, я до самого Патрушева дойду. Так он что сделал, старый хрен? Подбросил мне в мэр с полграмма кокса, меня гаишники взяли. С папашкиной наркотой. Тепленького. Вот так, Любовь Павловна. Борт неукротимый. Из порта Новороссийск. Китель весь в орденах. Расскажите о днем вашей передачи. Что случилось с девушкой Нагасаки? Черт тебя знает. Порезали, говорят. Какой-то Кент во фраке. Серьезно. Пошли, пошли, пошли. Жрать при коммунизме! Вот именно! А сейчас жрать не петризм! Да мыло возьмите. А если вырвутся? Да куда им бежать? Артем Федорович у нас герой. Трупом на их пути ляжет. Это он только жену боится. Вдвоем мы сила. Почему вы их не кормите? Почему народ голодный? Кормим, 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 как положено. Слушайте вы их больше. Им же все мало. У туберкулезников аппетит адский. Иногда хочется ливануть туда керосину, запалить спичку. Плохо. Сидят голодные, как собаки. Собакам лучше. И хоть ветеринарки лечат. А слушайте, а передачи можно носить? Если начальство разрешит. Слышал, Серый? Слушай, ну чего ты? Че ты лезешь? Че тебе надо вообще, а? Сделай, я сказала. Ой, ё. такая маленькая грудь, и губы алые, как маки. Уходит капитан в далекий путь, брехня, все от начала до конца. И любит девушку из Нагасаки. За что он сел? За угон автомобиля. И не Мерседеса. Обыкновенные девятки. Хозяин из дома выбежал, когда он в машину залез. Завязалась драка, поножовщина. Короче, загремел. Ладно, Серый, прощай. Счастливых сновидений! Пошли, что ли, в дом чаю выпьем? Как скажете, Любовь Павловна. Как захотите. Конечно, поймут, только потом уже поздно будет. Поединок. Машина. Сестра, иди сюда, в Москву поедешь. Брат, зачем мне в Москву? Скоро узнаешь. Ты что ли Серый? Ну да. Я это я. А ты это ты. Доброго вам вечера. И хорошо. Чай еще не остыл. Присаживайтесь, угощайтесь. Что там серийные убийцы? Не беспокоит? Нету. Все на телевидении ушли. А маньяки? Сексуальные. И не надейся. А что у нас в Юрьеве? Уже и преступление совершить некому. А надо? Я могу. Ань, ну что ты пристаешь? Ну, весь человек устал. Ладно. Садитесь, отдыхайте. Я к соседке пойду. Она у меня градусник взяла. Вот мне его и забрать надо. А что, она заболела? Давно заболела. С детства. Они градусником самогонку измеряют, когда брашка кипит. Особый температурный режим. Когда Андрюша найдется, все это покажется мне снова. Я вот что хотела тебе сказать. Может быть, никогда не найдется. Ты это должна понять. Есть официальная статистика. Ежегодно в России исчезает бесследно от 30 до 40 тысяч человек. То есть большой стадион заполнен до отказа. Понимаешь? Никто не знает, куда. Следов нет, трупов нет. Улик не существует. 40 тысяч человек. 40 тысяч. 40. И ничего. Улыбайся. Пусто, Мария Ивановна. Это же Бермудский треугольник. Они там на Бермуды за приключениями плавают. Так приплыли бы к нам, на Колокшу. Я посмотрел бы на этих гребаных миллионеров. На этих университетских сумков, которые стоят у штурвалов своих роскошных, дорогих яхт. И даже не догадываются, что человек может исчезнуть ни при шторме, ни при разгуле стихии, ни в океане, ни в море. А в маленьком городке, при свете дня, не при войне, не при голодоморе, не при извержении вулкана. В мирное время, при заурядных обстоятельствах, за угол зашел, облегчится. Исчез. И никогда его больше не найдут. А мой найдется, я в это верю. Что такое? Серый, прямой Эрмитаж. Откуда? Оттуда. Сама, что ли, не знаешь? Сидел. Теперь сторожу. Разве так бывает? Только так и бывает. В начале 90-х. Все менты налево свалили. Зарплаты не стало. Работать некому. Вот мы на их место и пришли. А они куда? Они на наши. Теперь по тюрьмам сидят. Те, кого они перестреляли. Вкалывать пора, неохота. Не забудь договориться, чтобы меня пустили к ним с передачей. Мой тебе совет. Не бери в голову. А? Живи налегке. Больная, больная! Ну, открывай, открывай! Ты чё пришла? Тебе чё надо? Мы жрать хотим, а не ляса точить! Поняла? Ну что ты орешь? Сыну капитана дальнего плавания это не к лицу. Маша, ты что сегодня? Приобщайся. Не хочу, поела. А, брезгуешь. Заразиться боишься. Я хотела вас спросить, Андрей Дмитриевич. Что? По поводу девушки из Нагасаки. Я Андрей Дмитриевич! Вот он! Андрей Дмитриевич! Андрей Дмитриевич! Мелкий! Понимаешь? Это мелкий. Мелкий. Мелкий, слушай, ты ж по угону сидишь. Мне Фера все рассказал. Угон-то ладно, это бог с ним. Машину, наверное, хорошо водишь. А что ты сделал с хозяином машины? Ничего, положила он не сильно. Да он никогда меня не догнал, если бы мне столб дорогу не перебежал. Андрей Дмитриевич? Ну-ну. Я, наверное, мамаша из тех 5%, которые тачки вообще водить не могут. А я Степан. Красивая. Как звать-то? А ничего, девка. Слушай, если ты такая добрая, можешь почешешь спинку. Надо к стене прислонись, почеши. Решительно, мне такие нравятся. А ну, цыцуки! Стрелять буду! Что-то на тебя совсем лица нет. 5%. Потому что седая вся. Ой, волосы ерунда. У тебя вон глаза молодые. Мужики-то на волосы смотрят, а не на глаза. Слушай, Тань, есть у тебя краска какая-нибудь? Ну, только такая. Ну, да вроде ничего. Ну, а когда свет погашен? Глаза зажмурены. Что-то у вас все бабы в городе с одинаковыми головами ходят, а? Ну, краска в магазине такая есть. Интимный сорик называется. Самая дешевая. Подделка же, наверное. На диру бодяжит. Ой, почем я знаю? Была еще деликатная смесь с зеленым оттенком. Еще дешевле. Но ее все разобрали. Да она бы мне сейчас пошла. Ладно, бог с ним. Слушай, давай-ка сюда этот свой интимный сорик. Колька, не открывай. Твою рот, ты все-таки вдруг что случилось? Тайка, опусти меня! Танека! Тайка! Сейчас еще раз придешь, убью. Что-то вы не похожи на вашу фотографию. Это я прическу себе новую сделала. Не понимаю, что вы у нас потеряли. Я сына жду. Что тут понимать? Вам уборщицы нужны? Допустим. Вот я буду вашей уборщицей. А вы знаете, сколько здесь получают? Догадываюсь. Вряд ли выйдет 1000. Вы будете получать намного меньше 1000, еще и зарплату иногда задерживают. Не хватит. Капуста на грядках, картошка под ногами. Можно еще полставки, если есть. Ее уже взяли до вас. Ведро и тряпку получите у старшей сестры. Рабочий день с 8 до 17. Есть вопросы? Нет. Можете идти. Вы случайно по телевизору не выступали? Это была не я. Топить! Девонька, судно мне дай. А где она? Под кроватью. Что я не поняла? Мам. 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 За что вы его? За жратву? Я же вам всем ношу. Или вам мало? Тебе ношу. Тебе. 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 Вот чем вам еще надо, а? Какого рожна? А ему не носи. Борзый учит. Мы его учим. Я сама решаю, кому носить, а кому нет. Значит так, еще раз его кто-нибудь тронет, жратвы больше не будет вообще никакой. Будете вот кипяток сырой водой запивать, штукатуркой закусывать. Кому не ясно. А ты смелая. Даром, что москвичка. Москвичка? В жопе спичка. Где ты видел таких москвичек? Плевки за тобой подтирали. Смелая, как вот тебя зовут? Люси. Люси меня зовите. Люся, Люся, не боюсь. Пойдет? Пойдет. Ну, я своего добоялась. Ты прости меня за брата. Сама не знаю, что на меня нашло. Да ладно, ничего, забыли. Вещи твои тебе отдам. Ты что, все-таки собралась уезжать? Да куда же я поеду? У меня здесь все. Ну так и вещи тебя оставлю. И вообще, живи у меня сколько хочешь. Мне с тобой веселее. Да уж. И мне с тобой не грустно. Что? А кто это там поет? Ангелы. Ангелы? Слушаю. Храм закрыт. А я можно я отсюда, пожалуйста? Я отца Арсения знаю. Он меня просил вам помочь. А вы пели когда-нибудь? Бывало. Херувим свой знаете? Да. Да. Давайте. Так, все же. Тихо. Несмотря на то. Стоп, новенькая. Что ты поешь? Ты слышишь тональность? Ушами слушай и душой. Слух-то у тебя есть музыкальный? Еще раз пробуем.